Рекомендую интереснейший канал, посвященный игре WoT. На данном канале вы увидите интересные познавательные видео, а также стримы по игре, интересные забавные моменты, выполнение ЛБЗ и других задач, гайды, тактики, советы и многое другое. Также канал будет интересен молодым и начинающим игрокам мира танков. Рекомендую, ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу «Приколы и баги». И начнем мы с момента, где IMXCDC попал под обстрел собственных союзников. Два наглых типа 59-х уничтожили его, ни за что. Ну и после этого сработала карма, сначала один тип 59-й, как вы могли видеть, упал в воду, а второй был забанен, опять же, за мерзкий поступок, который он совершил. Ну вот вы сейчас все увидите получше. Едет один Т-59, падает в воду и тонет после убийства IMXCDC. Ну а второй Т-59 берет и в наглую сталкивает своего союзника на Хеллкэте в воду. За что после смерти Хеллкэта он отправляется в бан. В общем-то, так ему и надо, не нужно так поступать с союзниками. Ну и я бы хотел, чтобы его забанили подольше. Обычно я не показываю вам такие вот моменты, ну один раз показал, может быть два, и больше не показывал. Но сейчас у меня действительно накипело, потому что каждую неделю мне присылают по 15 вот таких вот триплоев, где игрок заезжает вот на эту скалу и застревает на ней. Потом начинает писать, как: о, фига, разработчики такие сякие, плохие, наделали карт, и на ровном месте теперь застреваешь. Ну, честно говоря, надоело. Мне кажется, вот эту скалу разработчики специально запилили, как естественный отбор, только не в жизни, а в танках. Ну, честно говоря, нужно починить вот это вот место, как-то там исправить ее, потому что будут, я уверен, по-прежнему тут застревать по 100 человек, хоть показывай, хоть не показывай, что тут застреваешь, все равно все будут продолжать застревать и присылать мне реплей. IMX12T реально повезло и помог ему, как ни странно, баг. Он встречает СУ-100, потасал в него, стреляет, и в итоге снаряд, посмотрите, пролетает насквозь через башню IMX12T и, конечно, не наносит ему совершенно никаких повреждений. Хоть кому-то баги позволяют выжить. В начале боя Охо нашел интересное применение своему танку. Он просто переградил противникам проезд, но тем самым подставил борт. Ну и слился. Действительно, противники проехать тут так и не смогли. Они долго пытались, но у них не получилось. Двинуть эту огромную тушку просто нереально. Но стоило оно того? Конечно же нет, не поступайте так, это глупо и по-нубски, потому как вы сливаетесь и никакого урона не наносите, а противники, может быть, и потратят время, но скорее всего они просто объедут с другой стороны. Хотя если у вас мало хп осталось, то можно такое сотворить, но в ином случае это все-таки не очень умно. В конце боя Т-2 Light на полной скорости врезается в своего союзника, после чего потерпевший встает на одну гуслю и не может выехать. То есть стоит в таком вот положении. Т-2 Light понравилась, в общем, вся эта ситуация, но просто ему стало смешно от всего этого. Но он решил не уезжать и берет, пытается помочь своему союзнику, то есть исправить то, что он тут натворил. СУ-8 совсем не весело, наверняка еще игрок недавно начал проводить бои, и тут такое. И даже СУ-18 стреляет по своему обидчику, видя в нем противника. Но Т-2 Light
не огорчается, не злится, постарается он помочь, разгоняется и все-таки ставит обратно арту на две гусли. IMX 1390 нашел довольно любопытную нычку на вокзале. Тут проникает он внутрь каким-то образом, хотя лично я даже и не знал, что тут можно проехать. Но самое интересное, выехать он вроде как отсюда не может. Ну, по крайней мере, особо он не пытается. Даже он смог отсюда пострелять, то есть такая вот своеобразная позиция для дефа базы. От этого выстрела я был просто в шоке. Т-49 разворачивается и стреляет по своему обидчику. И с одного выстрела его уничтожает с вертухана. Просто, мне кажется, Т-49 испугался. Ты чё, офигел, как дал ему в борщ и уничтожил неприятеля. Такой выстрел, наверное, бывает раз в жизни. Но вы только посмотрите, какой крутой вертухан. Наверное, Шпик Панзер после этого долго не заходил в игру. Ну, поворачивается Т-49, у которого прицел на весь экран стреляет и сразу же попадает по картонному танку. Классно! Что-то в последнее время много у нас моментов с оторванной башней. И вот один из них. Новый чешский танк подставляется, в итоге ему стреляет в борт, взрывает БК и посмотрите, куда попадает башня. Прямо на камень. И самое забавное, что она повисает вот в таком вот, в общем-то, ракурсе, месте, можно сказать так, и совершенно не падает. А это, наверное, самый везучий Колобанов, который я когда-либо видел. Посмотрите на этого ИСа. Он нанес за этот бой всего 800 урона и уничтожил двух врагов. И при этом он получил Колобанова. Как же так, спросите вы? Давайте разберемся. В конце боя союзники захватывают базу. Но почему-то идет какая-то задержка и бой не заканчивается. В итоге противники уничтожают всех союзников. Остается только этот ИС. И в итоге как бы считается, что он затащил против пятерых врагов. И за это ему дали Колобанова. Очень, по-моему, заслуженно. Крутой ИС, толком ничего не сделал, но тем не менее получил Колобанова. Не верите? Но вот тогда смотрите на результат боя, Фомы неверующие. Все честно. В конце боя осталась одна артиллерия и спряталась она вот в такую вот нычку. Конечно, сделала она это специально для того, чтобы, так скажем, протянуть немножечко время и, может быть, уничтожить какого-нибудь смельчака, который пытается сюда залезть. И вот у одной арты это все-таки выходит сделать. Ну, эту нычку я вам показывал. Если не знаете, то можете пользоваться. В следующем моменте IMX ALC стреляет по арте, и в итоге снаряд пролетает сквозь арту. Наверняка разработчики на этот счет сказали бы: это особенность движка, все в порядке. Действительно, все в порядке, что тут волноваться. Особенность движка, что поделаешь. Далее ИС демонстрирует нам, как нужно расправляться с последним противником. Нужно, конечно же, на него упасть и придавить неприятеля всей своей массой. Вот такое вот коварное убийство тигра. Ну, хотя бы не свертухан. Далее они демонстрируют прекрасный вертухан в движении. По картонному танку попадает просто замечательно. В следующем моменте ВЗ-131 просто сталкивает своего оппонента в воду, но при этом и сам сливается за то, как эпично убил врага. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте присылать свои реплеи в рубрику «Приколы и баги». За лучшие реплеи я выдаю хорошие голдовые призы. Желаю вам удачи, всего самого наилучшего, тащите там как следовать. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, друзья, пока! Ребят, срочно нужна ваша помощь.
нужны реплеи. Я создал новую рубрику, ну, вернее, только пока что задумал ее, но реплеев пока что совсем у меня мало. И смысл данной рубрики, что я хочу показывать именно моменты, где вас подвели союзники. Ну, то есть вы тащили там, и в конце какой-то союзник берет и просто все сливает. Ну, то есть как-то подставляется по-нубски, не может пробить там 100 раз. Ну, то есть вообще там полный капец, чтобы был, чтобы союзник снубил по полной. И в таком случае, если у вас будут такие короткие моменты, не нужно присылать реплей, где весь бой союзники нубили все. Нужны именно какие-то конкретные маленькие моменты. И за лучшие реплеи я выдам голду от 250 голды, может быть там и 500, и 600, зависит от реплея. И если у вас будут такие моменты, то присылайте их по ссылке в описании. Рубрика пока что называется «Лучшие, самые лучшие олени». Ну, и, не знаю, название, конечно, не очень, предлагайте свое. Но такие вот дела. В описании все конкретнее написано. Спасибо за внимание.